Не дрова везешь. Об этом сегодня решили напомнить водителям общественного транспорта. Сегодня сотрудники ГИБДД в ходе специального рейда раздавали водителям маршрутных автобусов поленья. Таким оригинальным способом дорожные полицейские решили напомнить водителям об аккуратности вождения. Вот вам сувенир, будьте аккуратнее. И помните, что у вас... Что вы помнили, что у вас в салоне не дрова, а люди живые сидят. Аккуратнее ездили. Спасибо за подарок. А не убьешь? Подарок, да, только не знаю, что с ним делать. Дрова подпадут, что. Вот вам памятный сувенирчик, помните? Будьте осторожны. Молодцы, что сделали это все. Даже, может быть, где-то у кого-то какая-то ложится маленькая, там вот, чуть-чуть. Круто. Я слышал, они шоколадки раздают тут водителям. А что, маршрутчикам дрова? Всяко везут, некоторые очень хорошо везут, аккуратно. А в основном маршрутки, да, у них гонение получается, кто кого опередит. К сожалению, у нас в этом году отмечается рост подобных ДТП. Причем основной прирост за счет такого редкого в недавнем прошлом нарушения, как падение пассажира. Я думаю, что, еще раз повторюсь, человек, который такой подарок получил, он, во-первых, сам будет все-таки более вежливым, более бережно относиться к людям, которые у него за спиной находятся. Но я думаю, что, рассказав об этом в своих предприятиях, эта вот идея безопасного и бережного отношения к пассажирам, она распространится в водительской массе.